сегодня на нашей открытой площадке могут познакомиться наши жители нашего города и нашей области с историей Армении, с традицией и бытом. И сегодня выступают у нас творческие коллективы, которые приехали из разных городов и также из другого региона. В нашей многонациональности. Сегодня на площадке собрались люди разных национальностей. Конечно, больше армян, и это, наверное, здорово, и, наверное, это правильно. И погода такая сегодня, я думаю, ереванская. И мне бы хотелось сегодня поздравить всех с этим праздником. Мне особо приятно стоять здесь, потому что моя жена имеет армянские корни. Мои дети имеют армянские корни. Я с большой радостью, с большим удовольствием вас поздравляю, желаю крепкого здоровья и говорю спасибо большое. Ոգևորվում եմ, որ իմ երեխեքը հայերեն են սովորում, որ իմ երեխեքը հայկական տուն են գալում, որ ես ստեղ եմ, ես այստեղ երեխաների մեծ մասին համերակավոր եմ, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, որ ես հայ եմ, ու ես հայկական տանն եմ. Дети настолько ждут этот праздник, настолько готовятся к нему, наверное, больше, чем мы, хотя организация как под нас. И у меня тоже двое детей ходят, что младшие, что старшие, да. Вот у меня младший даже в лагере был, и ради этого, то есть он оттуда даже ушел, чтобы прийти на этот праздник. Желаю мира, радости и творческих успехов! В этом году мы объединили все региональные наши общины. Это Гусь Хрустальный, Александров, Муром, Ковров. В общем, очень много регионов объединили, районов. Да? Плюс к нам прибыли соседи наши из Ивановской области. И гости из Москвы, из Нижнего Новгорода, из Владимира, Ярославля. Это говорит о том, что мы, видимо, делаем хорошее дело. Мы на правильном пути. Нам это нужно, и очень важно сегодня быть просто рядом друг с другом.